All my niggas by the damn, play no games. All my bitches wear the damn. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, почему же иногда не заряжается ваш iPhone, iPad или iPod Touch. Все просто, есть три причины на то, почему он не заряжается. То есть сразу не бейте панику, там, да, действительно, там только от зарядки Lightning заряжается. Печаль, беда. Но первая причина есть того, не обязательно это сломанный кабель или же там перегорело само питание, которое дает энергию заряда вашего iPhone, то есть внутренний чип, грубо говоря. Первая причина может быть из-за того, что у вас просто загрязнен сам Lightning. Я вам покажу наглядно по фото. Когда, конечно, у вас Lightning вот такого вида, здесь разорванный, тогда это очевидно, что действительно Lightning просто полетел. Но если у вас с Lightning, то есть с кабелем зарядки, все в порядке, вы просто возьмите скребочку и прочистите само гнездо для Lightning кабеля, для зарядки. То есть либо же скрепкой там аккуратненько намотайте кусочек ватки, чтобы ничего не повредить, не расцарапать, либо же спичечку. Вот только после этого момента вам действительно оно покажет. То есть почистили, даже достаточно продуть, ставите зарядку, будет заряжаться все. Все сразу понятно, значит это точно зарядка. То есть точно запылился. Если же вы уже суете зарядку, ничего, взяли новую там или попробовать у знакомых, у друга, неважно, и после этого не работает, тогда это уже очевидно, что действительно подача питания, где-то какой-то перегорел чип. Вот. Но может быть, конечно, и баг какой-то. Всякое быть может. Бывают баговые iOS, которые действительно могут создавать различные проблемы. Но вот я с которыми знаком, это вот такие три момента действительно. Вот в основном даже вот бываю мои цельные здесь кабеля, которые Lightning заряжают. То есть и бывают такие моменты, что действительно попадет там пылинка, соринка какая-то, и все. Lightning уже не дает питания, то есть нет заряда. Вот как-то так. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми, чтобы все также владели такой информацией. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!